Вот с женщинами все понятно. Женщины многие хотят увеличить губы, подправить скулы. А с какими запросами чаще всего обращаются мужчины? Бывают ли какие-то такие интересные случаи? Вы знаете, бывают на самом деле очень интересные, очень такие случаи горячие, потому что, ну, в большинстве случаев, конечно, мужчины приходят улучшить качество кожи, да, убрать какие-то морщинки, ярко, явно бросающиеся в глаза, вот. Но в последнее время такие приходят очень оригинальные, нестандартные запросы. Вот одни из последних был, начал писать мужчина о том, с вопросами, провожу ли я инъекции в тестикулы. Ну, чтобы вы понимали, тестикулы – это мужские яички. Вот, я начала интересоваться, с какой целью. На что он ответил, с целью увеличения. Я ответила, что нет, я не провожу такие процедуры, но попробую спросить у коллег. Да, может быть, кто-то, ну, пока что из моего круга, по крайней мере, никто этим не занимался. Но как-то он пропал на какое-то время, я думала, что это шутка. Вот, прошел месяц, через месяц он опять мне пишет, что он был на консультации у хирурга, и хирург готов поставить ему импланты с целью увеличения. Вот. Но для этого нужно их каким-то образом травмировать, для того, чтобы потом все это добро удалить. Вот. Ну и очень важно, он написал, что у меня к вам деловое предложение, вы бы не могли мне их раздавить. И даже обозначил сумму. Если честно, я просто... А сумма какая? $1000. А чем он... Чтобы... Знаете, я не стала продолжать дискуссию, потому что, ну, не знаю, была это шутка или серьезный человек к этому относился, не стала продолжать дискуссию, потому что я не буду проводить эту процедуру, поэтому на этом наш диалог закончился. Но, в общем-то, поступают действительно такие запросы. Видите, как бывает, да, иногда. В наше время действительно можно ожидать чего угодно. И у мужчин запросы иногда еще... Похлеще, чем у женщин. Ну, а давайте все-таки посерьезнее, какие запросы ставят мужчины? Запросы ставят мужчины в основном это качество кожи. Это бывают высыпания, раздраженная кожа, купероз, да, то есть когда есть покраснение кожи, расширенные сосуды, расширенные поры, постакне, рубцы. Вот. Ну и, конечно, очень часто мужчины приходят, да, кого-то беспокоят какие-то возрастные изменения в виде морщин, в виде дряблости кожи, заломов каких-то, провисания, изменения овала лица. Поэтому, конечно, в результате... Саша, закончилось, ну ладно.